Непобедимый. В ролях Билли Зейн, Дэвид Филд, Тори Киттлс и другие. Агония или экстаз. Даже после 2000 лет жажда убийства заставляет меня чувствовать, что хорошая смерть стоит жизни. Я был готов пострадать еще несколько тысячелетий. Почему она пришла ко мне, я так и не узнаю. Композитор Руперт Паркс. Ос. Оператор Джон Стокс. It's time. Пора. It's time for you. Тебе пора любить. Любить или умереть? Кто ты? Твое начало или твое завершение? Выбирать тебе. Ты готова умереть? А ты готов любить? Люби. Умри. Продюсеры Джим Лэмли, Стив Чейсман, Джанин Кохлин. Покорись свету. Авторы сценария Майкл Брандт, Дерек Хаас, Джеффри Левей. Режиссер Джеффри Левей. Ты можешь жить, Ос. Чего тебе от меня надо? Открой свое сердце свету. Позволь ему тебя пробудить. Добро пожаловать в жизнь. Табличка скоро будет найдена. Если ее получит Слейд, то он уничтожит планету, чтобы избежать своей судьбы. У тебя будет 6 дней на то, чтобы остановить его. Если ты не сможешь, все умрет. Непонятно. Мне было тоже. Белая воительница не должна была быть настоящей. Она была сказкой. Возможно, пришло время поверить даже в сказки. А почему нет? Для большинства я был сказкой. Хорошо, больше похожий на кошмар. Чудовище под кроватью, таящееся зло, которое чувствуешь, но нельзя увидеть. Это был я. Простите за это. Это был я или один из людей тени. Мы были изгнаны сюда многие века назад. За преступления против космической эволюции. Мы проводили время, мучая местных, в этом настоящем аду под названием Земля. Но мой приятель Слейд устал отрывать крылышки человеческим мухам. Он хотел выбраться с этой планеты. Он знал, что если сможет уничтожить Землю, то будет свободен. Мы все будем свободны. Если он получит табличку, то сможет это сделать. Табличка была страницей из книги жизни. Она была здесь даже дольше нас. Если Слейд сможет ее расшифровать, то он сможет открыть вихрь. И если это случится, то мир будет поджарен. Она здесь. Oh.
Спасибо, мистер Бек. Он чист. Мистер Ланкастер. Мистер Бек. Сегодня воскресенье, а я работаю. Моя жена очень зла. Лучше бы новость была хорошая. Она не хорошая. Она отличная. Всю свою жизнь я ждал чего-то подобного. Где вы ее нашли? На стройке, прямо посреди города. Вы ее проверили? Мы провели углеродный тест. Приготовьтесь, она старше, чем свитки Мертвого моря. Мы проконсультировались с языковедом. Он такого письма никогда не видел. Этот символ похож на китайский. А этот? На кириллицу. А вот этот похож на букву ацтеков. Мистер Бек. Сколько? Что это было? Стоять. Да. Вы что-то хотите сказать? Я так не думаю. Тук-тук. Что? Ничего. Это. Это принадлежит мне. Я искал ее 2000 лет. Чего вам надо? Кто вы? Я. Истина. Ты. Убирайся из моего кабинета. Как и все остальные люди, они всегда теряют сознание до того, как их убиваешь. Я начну переводить. Ос, это ты, да? Куда-то собрался? Ты же знаешь, что да. Ты идешь? Не в этой вечности. Я знал, что предатель есть. И мне искренне жаль, что им оказался ты. Мы подошли так близко. Война почти выиграна. Война. Война внутри нас. О чем ты говоришь? Мальчики. Мило, хотя и ненадолго. Ты не можешь их убить. Но элементы могут.
Ты меня раздражаешь, Оз. Прощение есть, Слайс, даже для нас. Часы тикают. Мне нужна эта табличка. Немедленно! Пора бежать. Мне пришлось работать быстро. Я был взволнован и рад, что Слейд зашел так далеко, прежде чем я понял, что миф о белой воительнице – правда. Его свобода была моей. Но теперь я знаю, что свобода всегда была внутри жизни, плохой и хорошей. Уничтожение Земли не освободит нас. Оно навсегда запрет нас в темноте. Но попробуйте объяснить идею искупления такому, как Слейд. Чтобы победить, мне нужно сражаться. В одиночку мне это не по силам. Солдат. Выходите, рядовой. Живо. Хорошо. Ну, рядовой, не могу сказать, что сожалею о вашем уходе. Вам, вероятно, не стоило красть тот джип, давать по морде сержанту или делать любую глупость из тех, что вы уже сделали. Вы здорово облажались, как всегда. Я не крал тот джип. Не знаю. Но у военного трибунала другое мнение. Как скажешь, друг. Я ухожу. Еще кое-что, рядовой. Я тебя приметил с самого начала. Прирожденный неудачник. С большой буквы «Н». Неудачник по жизни. Это ты. Чего? Чего? Я тебе скажу, чего. Неудачник. Что? Что я сделал? Неудачник по жизни. Кто ты? Неудачник по жизни. Свободен. Это здорово, правда? Я знаю некоторых свободных людей, которые в мозгу все равно остаются заключенными. Они никогда не оглядываются. Ты только посмотри. Ты когда-нибудь видел такую красоту? Никогда не думал, что воздух может быть таким сладким. Хочешь научиться контролировать свой нрав? Я могу тебя научить. Кто ты такой? Я... Вопрос не в том, кто я, вопрос в том, кто ты. Кто ты? Кто ты? Отвали от меня. У меня был плохой день. Тебе может здорово влететь. Плохой в плохом смысле или в хорошем? Я предупредил тебя.
Ты не слышишь. Я говорю об интерпретации. Я говорю о перспективе, о выборе, который у тебя сейчас есть. Что все это значит? Если ты сейчас не пойдешь со мной, то этот лейтенант с военной базы выследит тебя и убьет. Ты можешь остаться здесь, умереть. Или можешь пойти со мной и выжить. Полицейский. Хорошо, 10 тысяч. Я пас. 10. Пас. Остались только мы. Давайте сделаем игру более интересной. Хорошо. Скрываемся. Это ошибка. Туз, король, пул, фалс. Вы проиграли. Не так быстро, тот же. Royal Flush. Вы проиграли. Поздравляю. Но я не думаю, что вы проживете достаточно долго, чтобы насладиться этими деньгами, детектив. Руки вверх. Вверх. Вы арестованы за убийство Дженни Раск, мистер Сакамура. Не понимаю, о чем вы говорите, детектив. Успокойтесь. Сейчас я медленно встану. Хорошо? Если вы хотите жить, то я предлагаю вам отдать мне пистолет. Давайте. Давайте. Дамы, ко мне. Было весело. Жалко, что все кончилось. Да? Сайонара. Сайонара. Детектив. Да, кстати. Убейте ее. Ребята, успокойтесь. Мы можем договориться. Не нужно насилия. Оставайся на месте. Оставаться где? Не двигайся. Не волнуйтесь. Все в порядке, детектив. Сигару скрутили до Кастро, и здесь не подают кубинский ром. Так что думаю, что мы в безопасности. Вы пришли одна? Большая ошибка. Почему? Ваш капитан повязан с Сакамурой. Если вы отсюда выйдете, то умрете в течение суток. Или вы можете пойти со мной, и мы хорошенько выпьем. Я делал это множество раз и никогда не ошибался. Сейчас вам только нужно дать показания, и все будет хорошо. Телохранитель. Понятно? Это тянется целую вечность. Подождите минуту. В чем дело? Возможно, ни в чем. Оставайтесь в машине и заприте двери. Слышали, что я сказал? Оставайтесь в машине. Хорошо? Что тут происходит? А как тебе это? Пошел. Стоять.
Черт. Я неплохая ученица. Да? Руки так, чтобы я их видел. Выходи из машины. Правда? Разумеется. Мне надо идти, дорогая. Теперь тебе лучше? Да. Хорошо. Пока. Пока. С ней все будет нормально. Она вернется в школу. Эти парни ждут ее, и они охотятся за тобой. Она не даст показаний. Слушай, я не знаю, кто ты. У тебя есть 3 секунды, чтобы объясниться. У меня есть вечность. Элис, опускай меня. Опускаю. Вор. Останови, пожалуйста. Останавливаю. Нейтрализуй лазеры. Нейтрализую лазеры. Охранные лазеры деактивированы. Наверх, пожалуйста. Поднимаю. Напольные датчики деактивированы. Руки вверх, живо! Ребята, я понятия не имею, что произошло. Я искал банкомат и каким-то образом оказался здесь. Говорю вам, это правда. Заткнись. Хорошо. Бросьте пистолеты. Молодцы. Друг, успокойся, и я тебя отпущу. Хорошо. Ты меня не убьешь. Ты никогда никого не убивал. Антиквариат. Он становится гробницей для всего, если будешь долго с ним возиться. Я пришел сюда первым, друг. Успокойся. Я сам доисторический человек. Ты их не убьешь. Ты никогда никого не убивал. Пока не убивал. Останешься здесь дольше и убьешь. Ты давно пытаешься в этом разобраться, друг мой. Поверь, я знаю. Не вините меня. Не я их выбирал. Они были единственной надеждой мира, а я был единственной надеждой для них. Доброе утро. Кто такой Рэй Джексон? Сирена Блю. Майкл Фу. Кейт Грейди. Это вы. Что это значит? Вы не можете пользоваться старыми личностями. Новые имена и документы защитят вас. Сирена Блю была неподкупным офицером полиции, пока ее продажный начальник не подставил ее. Рэй Джексон пожертвовал всем, чтобы защитить свою страну, но у него неконтролируемый нрав, и его враги воспользовались этим. Откуда ты это узнал? Майкл Фу – программа защиты свидетелей. Его свидетели погрязли в коррупции, и он это знает. Это делает его резким и раздражительным, но это не разговор за кофе. Пит Грейди – необычный вор. Извините, вор? Вы же сказали, что мы защитники. Знаю, но иногда не обязательно знать, кто. Иногда обязательно понимать, почему. Мистер Грейди вырос в детском доме, что подразумевает отсутствие денег. Он начал воровать в 16 лет, но только у тех, кто мог себе позволить пожертвовать на благотворительность. Каждый месяц он опускал в металлический ящик конверт. Он поступал как современный Робин Гуд. До вчерашнего дня меня никто не ловил. Правда? А меня вчера чуть не убили. Правда? Подождите, это интересно, потому что вчера меня освободили. Забавно. Кунг-фу, тебя тоже вчера освободили? Меня зовут не Кунг-фу, Экшен Джексон. Экшен кто? Джексон. Ты что, за 20 лет ни одного фильма не смотрел? Тебе надо купить DVD. Не подаришь? Я тебе сейчас подарю.
Ты что сделал, мужик? Объясните нам, пожалуйста, что происходит? Я хочу вам кое-что показать. Но сначала сделайте мне одолжение, наденьте вот это. Порадуйте мне, я их сам сделал. Правда. Хорошо, признаю. Узнать, что ты суперразвитый человек-воин, не самая сладкая пилюля. Но учитывая все обстоятельства, они восприняли это достаточно хорошо. Великолепно. Итак, запомните. Вы команда защитников, избранных до рождения для защиты жизни повсюду. Если у вас есть сомнения по поводу вашей совместной судьбы, то я вам хочу кое-что показать. Сирена, покажи нам, пожалуйста, свое родимое пятно. Прошу тебя. Доволен? У кого-нибудь еще есть такое? Поверьте, у меня тоже есть. Я его чувствую. Теперь у него есть элементы. Простите, что я забрал вас из школы, профессор, но у нас очень мало времени. Тут говорится о 6 днях. После 6 дней что-то должно произойти. Великая битва. Восстание обеих сторон. Я не могу работать в таких условиях. Я настоятельно рекомендую вам переносить эти условия и закончить свой перевод. Я делаю все, что могу, с незаконченным текстом. Половину таблички просто невозможно прочитать. Мне очень неудобно на этой табуретке. О, профессор, я слышу скрипки. Сделайте мне одолжение. Заткнитесь. Заканчивайте работу. Проверка. Что мы здесь делаем? Я хочу, чтобы вы вышли из своего разума. Количество ударов в минуту поможет вам освоить информацию, которую я скажу. Плюс мне нравится drum and bass. Что это значит? Что, где, когда? Скоро вам не нужно будет задавать эти вопросы. Скоро вы начнете понимать, что интуитивно знаете все ответы. И как? Так. Ваши телекинетические возможности возрастут по мере того, как вы будете развиваться из нормальных людей в гиперлюдей. Я только недавно выучил материал, так что простите, я знаю, что это звучит ненормально, но не волнуйтесь. Будет еще страннее. Вы в деле. Вы первая волна. Избранные до рождения. Смиритесь с этой идеей и покажите всем нам путь. Выбранный вами путь опасен, но прекрасен. Ваши навыки будут закреплены моими тренировками, а ваши потенциальные возможности в будущем времени делают вас последней линией защиты против полного разрушения жизни, какой мы ее знаем. Хотите знать больше? Настройтесь. Давайте, попробуйте. Настройтесь. Лучше бы это было правдой. Эта табличка была выкопана вчера. Она очень мощная. Одна половина у меня, другая у людей тень. Если они сложат половины вместе, то получат ключ для открытия вихря. У нас есть 4 дня, чтобы их остановить. Если мы их не остановим, то воздух превратится в огонь, океаны закипят, и с неба потечет металл.
если вы их не остановите. Так-так, ты... Ничтожество, Ос. Связался с этими человеческими... уродами. Ты меня обидел? Слейд, это спасители мира. Спасители мира, это Слейд. Привет, ребята. Привет, ребята. Я предлагаю вам выбор. Уходите сейчас, и вы уйдете живыми. Остаетесь здесь и будете... В общем, вы об этом очень пожалеете. Обещаю. Уверена, что мы тут ни при чем. Перестань. Разве мы не должны? Ты должен послушать свою маленькую девочку. Пошел ты, приятель. Мне нужна целая табличка, чтобы открыть вихрь. Отдай мне вторую половину, и, возможно, я оставлю их живыми. Бери. Вы видели? Видели совместные возможности? Фантастика. Рассредоточиться, убить их. Идите. Сюда. Уходите, скорее. Скорее. Ну давай. Черт. Подожди, смотри. Хочешь попробовать другую руку? Кажется, нет.
Привет. Есть хотите? Ты нас подставил. Ты знал, что они будут там. Из-за тебя мы чуть не погибли. Из-за меня вы бы не погибли. Вы понятия не имеете, насколько вы сильны. Люди тени не могут вас убить. Но вам нужно было увидеть Слейта, чтобы поверить. Значит, однажды они надерутся нам задницы. Если вы не остановите Слейта, и он получит эту табличку и откроет вихрь, то он надерет вам задницу и убьет вас. Он убьет всех на этой планете. За следующие 5 дней они станут сильнее. Вам надо работать вместе, надо работать как одна команда. Я не упоминал... что каждый из вас представляет один из 4 элементов Вселенной. Каких элементов? Огонь, воздух, вода. Нет, поверить не могу, что забыл. Ладно. Ты огонь? Нет, ты воздух. Огонь, вода, металл. Мне надо показать вам, как комбинировать ваши умения. Если я научу вас, как работать вместе, как сражаться вместе, то вы обретете такую силу, которую даже не можете себе представить. Только работая вместе, вы сможете победить людей тени. Лично я не верю, что вы 4 сможете остановить их от уничтожения мира. Я знаю, что вы этого не просили. Я тоже. Но знаете что? Мне это нравится. Вам тоже понравится. Не знаю. Может, он и полон дерьма, но то, что я видел сегодня... Знаете, раньше я никогда такого не видел. К тому же, у кого-нибудь есть что-то другое? Да, есть. У меня есть жизнь, и последнее место, где я хочу быть, это здесь с вами. Понимаете меня? Да, я тебя понимаю. Ты трус. Как ты меня назвал? Ребята. Я назвал тебя трусом. Отпустите его. Хватит. Ты его слышал. Эти... Люди тени. Люди тени. Они с каждым днем становятся все сильнее. Однажды они придут за тобой, приятель. Они придут за всеми нами. Это верно. Ну, что скажешь? Хорошо, хорошо. Я согласен. Кстати, я всегда хотел быть частью какого-нибудь космического гладиаторского поля боя. Хорошо, приятель, покажи нам, на что ты способен, пока сюда не завалились эти люди тени. Точно. Люди тени. Куда он? Пошел по воде. Идем. Сирена, Грейди, нападайте на меня. С ним я этого не сделаю. Я знаю, что я вор, но ты же коп. Хватит. Хорошо, нападайте вместе. Есть очень злые, очень коварные, очень хитрые люди тени. Он главный из них. Остальные люди тени летят к нему, как мотыльки на огонь. Его зовут Слейт. Только ваша объединенная сила может его остановить. Огонь неистовый, горячий и смертельный. Бесконтрольный. Он неистово бушует, пока, наконец, не пожирает сам себя. Но когда он управляется, огонь является формируемой силой. Он борется с темнотой и холодом. А действуя с другими элементами, он становится еще сильнее. Он может кипятить воду, взрывать воздух и плавить металл. В одиночку он смертелен только для самого себя. Но когда он воссоединяется с другими элементами, он получает силу, способную покорять мир. Вода — родительница всего живого. Она терпелива, спокойна и безвременна. Без нее есть только пыль. Вода глубока и загадочна. Она стремится к безмятежности. Но при соединении с другими элементами она получит апокалиптическую силу. В соединении с воздухом она может запереть мир в ледяную тюрьму или забить его градом.
соединении с огнем она может обжигать. Сама по себе вода может уничтожать с несравнимой силой. Ее нужно уважать. Воздух повсюду. Он все время нас окружает. Он постоянно передвигается невидимо и не касается. Он неспокойный, и его невозможно удержать. Воздух спонтанен, неустойчив и неуловим. С огнем он может вызвать взрывы, помочь равные катаклизму. С водой он может создавать ужасные потоки дождей. Те, кто недооценивает его силы, делают это на свой страх и риск. Металл дерзкий и кричащий, но сильный и смертельный. Он самонадеянный и жесткий, но он никогда не уступит, и он никогда не сдается. Он не уступает, но он честен, смел и всегда готов сражаться. Он точен в любом состоянии, горячий, холодный, жидкий, твердый. Он не бывает слабым. Он может вступить в бой без применения своей силы. В отличие от элементов, которые честны, искренни и открыты для нас, люди-тень плетут заговоры за спиной. Тайно они планируют уничтожить человечество и все элементы на Земле для достижения своей цели. Они пойдут на все, чтобы отвлечь вас. Люди-тени верят, что в новом тысячелетии 5 воинов, отмеченных знаком, выступят против них, чтобы победить их. Они уверены, что это вы. Теперь и я тоже. Ос, ты сказал 5 воинов, отмеченных знаком. Я насчитал только 4. Где наш 5-й? Я убил его. Легенда. Я говорил вам, что люди тени зла. Они не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить все, что вы знаете. Когда-то я был человеком тени. Моим заданием было уничтожить 5 отмеченных знаком. Меня выбрали, потому что моя душа была даже чернее, чем у Слейта. И я убивал не ради долга, а ради удовольствия. И никакой жестокий поступок или пытка не сравнились бы с радостью от убийства всех вас 5, которую я предчувствовал. Я выследил первый элемент. Он был хорошим человеком, как и вы. Он был защитником. Он не заслуживал смерти, но я, улыбаясь, забрал его жизнь. Потом все изменилось. Белая воительница проявила милосердие, чего я никогда не делал. Луч света коснулся моей души, и я переродился. Я могу продолжить, но, вероятно, заплачу. А на это нет времени. И этого бассейна не хватит для моих слез. Поверьте, я стал совсем другим человеком. Сила любви изменила меня. А я должен изменить вас, если вы собираетесь спасти мир. Так что она тебе показала? Кроме милосердия, жалости и прощения? Только одну совсем чуждую идею. Она показала мне любовь. Любовь, которая соединяет все живое, старое и молодое, сильное и слабое. Я купался в таком прекрасном свете, что у меня дыхание замирало. Я рыдал. Я такого никогда не делал. Я знал только тьму. Но как только мое сердце открылось, я не смог в нее... А при чем тут мы? Вместо того, чтобы уничтожить вас, она попросила меня выучить вас. Значит, ты предал Слейта? У меня не было выбора. Послушайте. Он был мне другом. Он был мне лучшим другом 2000 лет. Я любил его как брат. Но из-за того, что я люблю его, мне нужно его остановить. Нас только 4. А как насчет 5? Даже без 5 вы по-прежнему необыкновенно сильны. Пока будете сражаться вместе и объединенно. Я в это не верю. Что с тобой? Ему надо повидать Оса. Я с ним поговорю.
Я не просто услышал историю, я ее почувствовал. Я видел ее в своем разуме. Я тоже, приятель. Я тоже. Расскажи мне о своем отце, Рэй. Я не хочу о нем говорить. Какое? Что он делал? У него было хобби? Хобби. Корпоративное лечение и быть ослом. Что ты ищешь, Ос? Глубоководная охота, гольф, работа по выходным. Он не дал мне той любви, которая была мне нужна, поэтому у меня проблема с любовью. Психология 101, Ос. Я понимаю, что ты пытаешься сделать, старик, но все нормально. Ты прав, все нормально. Все просто. Иногда в жизни тобой движет не то, что ты получаешь, а то, что ты отвергаешь. Вот почему ты выбрал своего отца. Я выбрал своего отца? Да. Зачем мне в жизни нужен такой человек? Потому что это именно тот урок в этой жизни, который ты должен выучить. Не прибедняйся. В этой жизни у тебя есть миссия, Рэй. Первая часть — воспринять препятствия как дары. Вторая часть — использование этих новообретенных ресурсов для улучшения всего. Я хочу, но... Значит, уже можешь. Если снимок стоит тысячи слов, то снимок таблички, сделанный Ланкастером, стоит тысячи душ. Хорошо, что я помнил, что он у него был. Вы достали информацию? Да, камера у вас. Сначала вы. Говорите. Мне нужно его имя. Слейд? Какой Слейд? Просто Слейд. Одно слово, как Мадонна. Где мне найти этого однословного сукина сына? Достаточно о нем, хорошо? Забудьте о нем, послушайте меня, мистер Ос. Зовите меня Ос. Ос? Что это за имя такое долбанутое? Что это за слово такое долбанутое? Послушайте меня, Ос. Я потратил миллионы на то, чтобы найти эту табличку. Вы представляете ее значимость? Покажите мне, пожалуйста. Атила, Чингисхан, Наполеон, Иди Амин, Шах Ирана. Она была у всех них, я хочу ее вернуть. Она моя. Хорошо, я понимаю значимость этой таблички для вас, мистер Ланкастер. Но в жизни есть вещи поважнее, например, жизнь. Вы забавный. Думаю, вы меня не понимаете, мистер Ос. Мне нужна эта табличка. Успокойтесь, хорошо? Соберитесь. Что произошло? Вы начинаете понимать, что материальные предметы не имеют значения. Да, да. Езжайте в путешествие, возьмите с собой жену. Предлагаю вам Тибет. Посмотрите, что со мной сделал этот парень. Нет, я хочу, чтобы он умер. Месть — плохое качество. Оно сопоставимо с алчностью. Забудьте о материальных вещах. Вместо того, чтобы забирать лучшее, отдавайте. С вашими возможностями вы можете сделать много хорошего для этого мира. Слейд убьет вас. Кто этот парень? Если я вам скажу, то убить вас придется мне. Дайте мне скорее камеру, мне кажется, за нами следят. Слейд забрал снимки, таблички, но негатив все еще в камере. Хорошо, спасибо. Вот мой сотовый номер. Позвоните мне примерно через дней 6 и передайте привет Далай-Ламе. Раньше у нас были разногласия, но, кажется, теперь он знает, кто я. Быстро уходите. Да, и не оглядывайтесь. Ты в порядке? Да, а что? Мне просто было интересно, почему я тебе не нравлюсь.
Ты была холодна со мной с того самого момента, как узнала, что я вор. Позволь тебе кое-что сказать. Я тоже не испытываю любви к полицейским. Позволь мне тебе кое-что сказать. Я всю жизнь сталкиваюсь с такими, как ты. Думаете, что вы дар Божий для женщины? Понятно. Значит, теперь у Слейта есть фотография таблички, а у нас осталось всего 3 дня, чтобы его остановить. Мне понадобится день, чтобы перевести его. Он нас опережает. Да, но я был его переводчиком. Ему придется брать кого-то со стороны. И я не завидую этому бедняге. Ну? Кажется, есть. Что есть? У нас кончается время, профессор. Смотрите на фотографию внимательно. Табличка говорит о месте, в котором кто-то что? Что я сделаю? В этом месте кто-то начнет героическую битву и высвободит энергию. Энергию 10 000 солнц. Я не понимаю. Да. Да. Вы слышали, ребята? Вот оно. Мы попадем домой. Где? Здесь, в Олимпик парке. Это хорошо? Хорошо? Это не просто хорошо, это... Прекрасно. Вы много работали, чтобы сражаться со Слейтом в физическом мире. Но он также попытается атаковать ваш разум. Он будет обманывать и врать. Попытается сломить ваш дух. Сопротивляйтесь желанию ненавидеть Слейта за это. Вместо этого любите его за то, что он укрепляет вас. С каждым из его вызовов вы будете становиться сильнее. У вас есть свет, у вас есть белая воительница. Пользуйтесь ей, чтобы победить тьму. Испытывая вас, он помогает вам самооценивать себя. Вместо этого любите его. Вот почему я прошу вас пустить Слейта в свои сердца. На Слейта работают все силы тьмы, но у вас есть кое-что более мощное. Ваш гнев породит новый гнев. Ваша ненависть породит новую ненависть. Сражаясь с ним любовью, вы сражаетесь с ним с одной из самых мощных сил во Вселенной. Сражаетесь с ним любовью. Любовь, ваш щит и ваше копье, ваш защитник и самое мощное оружие. Ваш гнев породит новый гнев. Ваша ненависть породит новую ненависть. Сражайтесь с ним любовью. С ней вы сможете выиграть любую битву и покорить любого врага. Без нее битва проиграна еще до ее начала. Вместо того, любите его. Любовь, ваш щит и ваше копье, ваш защитник и самое мощное оружие. На Слейта работают все силы тьмы, но у вас есть кое-что более мощное. Сражаясь с ним с любовью, вы сражаетесь с ним с одной из самых мощных сил во Вселенной. У вас есть свет, у вас есть белая воительница. С каждым из его вызовов вы будете становиться сильнее. Пользуйтесь ей, чтобы победить тьму. И даже Слейт не выстоит против ее опустошающей красоты. Сопротивляйтесь желанию ненавидеть Слейта за это. Вместо того, любите его. Вы больше не Сирена, Майкл Рэй и Грэнди. У вас сила Вселенной. С ней вы можете выиграть любую битву и покорить любого врага. Без нее битва проиграна еще до ее начала. Вы огонь, вода, воздух и металл. Милая, я могу с тобой поговорить? Мама, Грейди, я всегда любила тебя.
Разве тебе не нравится искушение? Я скучаю. Пошел из его головы, Слейд. Я хочу, чтобы ты вернулся. Я сделаю что угодно. Все, что хочешь. Прими меня обратно. Просыпайся, Рэй. Чего тебе надо? Я хочу с тобой поговорить, Рэй, о твоем будущем. А что с ним? Лучше вали из моего сна, мужик. Привет. Вылези из его головы, Слей. Он слаб. Разве тебе не нравится искушение? Майкл Мун. Лезть в его сны все равно, что лезть в политику с чековой книжкой. Что ты здесь делаешь? Где папа? Твой отец поехал играть в гольф со своим новым другом Слейтом. Папа не играет в гольф. Теперь играет. Почему мы не можем вернуться к старому ходу вещей, Оз? Ты помнишь? Мы делили все. Люби меня. Грейди. Мне жаль, что так случилось. Что я с тобой так поступила. Рэй, послушай меня одну минуту. С чего это? Потому что у меня есть предложение, которое может показаться тебе очень интересным. У тебя минута. То были старые добрые времена. Мы можем вернуть их хоть тысячу раз. Я уже не мальчик. Вихрь — наша судьба, Оз. Он — это то, о чем мы мечтали, когда мир еще был молод. Не забывай. Я тебя знаю. Я тебя видел, Оз. Ты один из нас. Разве тебе не нравится искушение? Сестра. Это я. Мой. Карфаген, Иерусалим, Лондон, Берлин. Берлин. Как ты сюда попала? Люди тени помогли мне с тобой увидеться. Да, мы повеселились. Значит, вечеринка закончилась? Вечеринка только начинается. Ты не моя мать. Вот как ты разговариваешь со своей матерью. Вон! Я сделаю что угодно, если ты примешь меня обратно. Ты ошибался. Мы ошибались. Есть оправдание, есть прощение. Я уже давно себя простил. Нет, я говорю о любви. О любви, ты знаешь это слово? Я смеюсь над веками. Но с чистым сознанием. Серьезно. Если ты пойдешь со мной, если присоединишься к людям тени, все, что имеет твой отец, вся его многомиллионная империя будет твоей. Будет твоей. Я похож на крысу? Я похож на брата, который так улаживает дела? Я знаю, что ты его ненавидишь, Рэй. Я знаю, что он оставил тебя без наследства. И я знаю, что ты ненавидишь его до мозга костей. Ты не разговаривал с ним уже 10 лет. Вместе мы сможем потрясти мир, как Джекил и Хайд, Льюис и Кларк, Том и Джерри, Сэмми и Фрэнк, Мэджик и Куини, Зигфрид и Рой. Кто? Что кто?
В момент гибели я посылаю тебя прямо в ад. Прямо в ад. Пошел отсюда, идиот. О, боже. Ты меня ударил. Это мой сон, малыш. Люди тени могут помочь нам забыть о нашем прошлом. Сестра, прости меня. Я не знал, что крестного отца Хо так быстро выпустят из тюрьмы. Он вышел, но не смог найти меня и нашел тебя. Ты умерла 2 недели назад, а я не знал об этом. Мама мне ничего не сказала. Сирена, ты меня разочаровала. Ты так предсказуема. Не вини себя. Еще не поздно. Ты еще можешь мне помочь. Я еще могу тебе помочь? Если ты станешь человеком тени, я вернусь к жизни, и все будет так, как прежде. Стань человеком тени. Помоги мне. Помоги мне. Я сделаю все, чтобы вернуть тебя. Он согласился. Он слаб. Это не слабость. Как бы я хотел, чтобы ты мне поверил. Разве это так плохо? Разве это так плохо? Но разве было бы плохо, если бы я убил одного из них? Не смей. Только одного. Нет. Он задыхается, он слаб. Разве было бы плохо, если бы я убил одного из них? Держи его, Грейди. Майкл. Держи ноги, Грейди, держи ноги. Боже мой, он перестал дышать. Дыши. Раз, два, три. Дыши. Пульса нет. 10, 11, дыши, 12, 13, пожалуйста, дыши, 1, 2, 3, пожалуйста, ну пожалуйста, ну давай же, ну давай. Ну давай же. Давай, ну пожалуйста, Майкл. Сирена, Сирена, он умер. Оставь его. Отпусти его. Скорее. Положите его в центр круга. Голову сюда, Рэй. Тот конец. Встаньте по углам. Хорошо, Сирена. Если вы хотите спасти своего брата, закройте глаза и откройте сердце. Откройте сердца, пока они не проплывут через все живое. Соединитесь с этой чистой электрической субстанцией, которая есть свет. А теперь визуализируйте эту субстанцию, направьте ее в его тело. Заполните каждую его клеточку. Соединитесь с чистым сознанием. Произнесите: «Я есть светлое создание, наделенное истинной силой совершенства». Почувствуйте ее. Узрите ее. Почувствуйте, как он исцеляется.
Почувствуйте радость его исцеления. Вы чувствуете? Видите? Я принесу полотенце. Элементы. Вы готовы? Элементы. Нападайте. Очень хорошо. Четыре элемента работают вместе. Да. Думаешь, теперь мы сможем их победить? Да, я так думаю. Значит, ты говоришь, как только свет попадет в вихрь, мы не сможем его остановить. Правильно. И мы понятия не имеем, где находится этот вихрь. Правильно. Так давай, суперпсихиатр, хозяин воли, сделай что-нибудь. Майкл, как по-твоему, где он? Открой сердце. Что ты чувствуешь? Где он? Ребята. Купол. Отличная работа, Майкл. Майкл. Молодец. Thanks, Ray. Спасибо, Рэй. Слушайте, я бы всех обнял, но нам надо торопиться. Каждому из вас я дам подарок. Когда придет время, вы поймете, как им воспользоваться. Послушайте. Рэй, 5 дней назад ты была в нем горящим без контроля. Теперь ты ровное, ярко горящее пламя. Гори, и ты укажешь Слейту путь. Майкл, ты заглянул в себя и открыл глубины, которых не мог и представить. Теперь позволь своим врагам заглянуть в тебя и найти в тебе истину. Сирена, вся твоя жизнь шла к этому моменту. Впервые в жизни ты почувствовала свое предназначение. Держись за это чувство, и ты никогда не будешь одна. Грейди, тебе предстоит участвовать в твоей самой яростной битве. Закали себя и покажи нам свой металл. Нет меча острия. Смешай свою силу с жалостью, и мы победим.
Так, план вы знаете. А есть план? Разделяй и власть. Да, что-то такое мне знакомо. А что насчет Слейта? Я о нем позабочусь. Ладно, ребята, начали. Приготовились, мальчики. Готовы? Да. За дело. Ос, ожидаемое удовольствие. Извини, что успел, Слэйв. Самолеты часто летали. Ты всегда был пунктуальным. У меня очень хороший астральный туроператор. Кто? Белая воительница? Хочешь, я замолвлю за тебя словечко? Не утруждайся. Мне нужна вся табличка, чтобы открыть вихрь Ос. Прости, старина. Ничем не могу помочь. Очень плохо. Тогда... Давай начнем игры. Перестань, друг. Мы обманывали себя 2000 лет. Как насчет того, чтобы сыграть за нашу команду и начать все с чистого листа? Не надо проповеди, падре. Зачем присоединяться к ним, если их можно победить? И начну я с тебя. Прощение есть даже для нас, Слейд. Переходи к нам, и мы взойдем вместе. Сегодня. Давай. Ребята, отходите к вышкам. Отходим к вышкам.
Зачем мне восхождение? С этим я вырву себе совершенно новую галактику. Пошел! Теперь мы можем пойти попить пиво. Говорю тебе, все на вкус намного слаще. Даже месть? Она моя, босс. Разрушение началось. Ты его не остановишь. Никто не остановит. Вихрь открыт, Ос. Я слишком силен. Тебе не победить меня. Я отправлюсь домой. Ты пойдешь со мной, Ос. Забудь про людей. Они древняя история. Ты ошибаешься. Я тебе не верю. Ты высокомерный ублюдок. Ты никогда ни во что не верил. Без веры, как ты познаешь силу истины? Я и есть истина. Ос! Вихрь открыт. Он убивает Оса. Держись! У тебя получится. Люди тени мертвы. Помни, чему тебя научила белая воительница. Белая воительница? Ты видел белую воительницу?
Да. Люби, Слейд. Люби. Прошу тебя. Ос, у тебя руки светятся. Знаю. Что говорит мне о том, что Слейд теперь человек. Ты шутишь? Будь с ним подобрее, Грейди. Его путь только начинается. Так же, как и ваш. Послушайте. Только вы сможете понять истинное значение мировых событий, используя свою объединенную силу и несколько мощных ударов. Вы отчаянно сражались, я горжусь вами. Но даже это вы не сможете делать в одиночку. Вы должны учить тому, чему научились сами. Подарите всем людям мира свое великое сияние. В нем больше не будет страха, не будет войн, страданий и ненависти. Что ж, моя четверка. Прощайте. Что значит «прощайте»? Да, куда ты уходишь? Я никуда не ухожу. Но я буду повсюду. По крайней мере, теоретически. И что нам без тебя делать? Хорошенько повеселиться. Давайте. Запомните, в раздельности вы ничто, вместе вы непобедимы. Эй, Оз. Оз, спасибо за все. Да, спасибо. Да. Спасибо, друг. Я всегда буду с вами, моя четверка, мое наследие. Да, звоните.